Всех приветствую на канале 18 соток. Сегодня расскажу вам о сорте острого декоративного перца, который называется самбарет. Самбарет — это декоративный миниатюрный сорт. Максимальная его высота может достигать 30 сантиметров. У меня этот кустик вырос сантиметров, наверное, 15. Плоды образовываются в пазухе, в пазухах листьев. И зреют они от зеленого до красного цвета. Собраны как бы в пучки. Цветы у них мелкие, белые. Тоже в пазухах листьев растут. Родиной этого сорта является Южная и Центральная Америка. Этот сорт великолепно подойдет для выращивания в комнатных условиях, так как этот сорт не нуждается в формировании куста. Очень миниатюрный, очень немного места займет на подоконнике. И также отлично, с успехом можно выращивать его в открытом грунте. Плоды конусной формы, где-то сантиметра 3 длиной и в диаметре сантиметра 2,5. Очень интересный сорт, очень приятный на вкус. Вот так выглядит зрелый плод в разрезе. Очень сочный, очень приятный. Вкус у него присутствует какая-то фруктовая нотка, сладковато с кислинкой такая, очень ароматный. По шкале Сковила этот сорт достигает от 2,5 до 5000 единиц. На этом обзор этого перца я заканчиваю. Заходите на мой канал, подписывайтесь, будем знакомиться с другими сортами перца.